Ну только такой, любительский. По голове не бить, Дима. Красиво как-нибудь покрутите. У Димана волшебный меч, он сам меняет, да, цвета? Волшебный меч. Аккуратно. Иван, ты без страховки? А, все, надо, вижу, вижу, да. У нас как центр подготовки космонавтов здесь. Что ты у них забрал, Максим? Я спросил. Да. Зачем ты у них забрал мечи? Я спросил, я же. Ну ты же у них забрал, ты спросил, он что сказали, а забирай. Я сказал, ну дайте, пожалуйста, мечи, они мне дали. Я понял. Честно, не спросил. Я понял, маты, Макс. Че, крест? Давай, давай, давай. Если сделать. Всем до свидания, в общем. Стробоскоп это жесткий, да, как на него вообще можно? Ну, просто до свидания на всякий случай. Зараньше. Тебе, чтобы включить на том стробоскоп, надо 2 секунды подержать на красном. Чтобы этот выключить, нажми один раз. Или подержи, зафиксируй. О. Давай, только красиво, Максим, делай. Мы же как зрители, здесь пока нас двое, но вот еще ребята. Дима, Артем, не балуйтесь, вот посмотрите, что Максим Сергеевич делает. Вам надо на следующее занятие, чтобы так уже вы тоже могли. Можно? Что можно? Можно посмотреть, время уже 8 часов практически. 8 же время. Драться? Драться не надо, вы можете шпагатик посидеть. Вот смотрите, что он делает. А, ну так можно пофехтовать, да, так можно, только по голове не бить. На обе руки давай, Макс. Вот на левое плечо делаешь. В крест на левой стороне делаешь, надо на обе сделать. Не торопись, не торопись. Вот когда торопишься, наоборот, не очень получается. Ты не успеваешь просчитать. Ты нашла? Давай, 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 давай. И прям, ну только не вбей в один, а вот чик-чик помягче проведи, чтобы они не касались. Давай. Все четко, но не торопись, постарайся, это тяжело, постарайся помедленнее. Так тоже молодец, красиво. Но вот, да, но есть такой момент, просто когда перебрасываешь, их можно потерять. Парни, помогите. Да я сейчас справлюсь. Все равно, ну помогите все равно Ване. Помогите, Дим. Артем, помогите Ивану. И снаряжение только положите. Световые мечи. Молодцы. Все, порядочек. Давай, наводим порядок. А где этот? Ну ладно, сейчас мы еще пока заминочку. Ключ вижу. По голове не бить, Артем. Дим. Помогите, отнеси вот 2 маты силы, давайте, а потом световым мечами покрутите. Давайте, мне пока мечи, отнесите 2 маты силы. По чесноку, да? Давай, мне раз, мата отнесете, я вам дам. И без меня? Да. Да. У меня телефон не слышит, я от меня услышал. Я хотел тебе завтра шоколадку купить. А что не купил? Завтра хотел. Сегодня деньги. Даша, ты... Записывай, что потом, дай бог, чтобы там не было.
Не объяснишь, там не нужно. Что, нам ходить? Я пришел. Ходить? В смысле? Ну, если время все, ты можешь собираться, да. Крутить не будешь, больше крест? А! Нет, ну все, тогда. А! Ну, вы знаете же, да, Артем вам сказал, что я забираю. Да. Кого? Четыре штуки, да? Но Иван не будет биться, давайте я буду с двумя. Ты вот твою. Да. Я урок. Мы с тобой. Тебе никто никого урывать не будет? Никто никого не будет урывать, мы очень аккуратненько, в шутливой, юморной форме побьемся, да? Что, мне вот это? Ну, мам. Вам оставляете крутые черные, а мне давай не очень хочу. Крутой. А там еще где-то черный же был один. Ой. Родители там за вами придут? Да. Нет, сам придут. А где это? Где? А, ну я понял, да, все же сегодня празднуют 8 марта. Я тоже купил. Вот, у меня будет 2, а почему у тебя один? Там больше нету? Гений, вот взял. Ну надо, давайте, вы, ну он может с двумя хочет. Что, вы готовы? А в течение какого времени должен быть? В течение, я не знаю, может недели там они, я не особо, мне снимать-то я не скажу, что я прям это балдел от этого дела. Ну просто, если хотя бы, чтобы вставить. А так, наверное, в течение недели выходит, не могу сказать, ну, а может даже иногда и больше. Давай, не бойтесь. Давайте кажешь сам себя. Давай, кажешь, сам до себя. Мне тогда проще будет. Это вы вдвоем, у вас хотя бы шанс будет. Давай, не бойся. Давайте сюда. Попробуйте вдвоем на одного. Да я смогу подождать, пока вы другой. Зарубите. Бойся, вы можете две руки взять. Не обязательно в одну, можете две руки взять. Иван, давай сюда. Сейчас мы в боевом применении посмотрим. Что ты бросил, он пригодится. Пиво, у вас два щита. Ну поехали, вы со щитами, да, будете? Вперед. Пока сломим, Сергей Геннадьевич. Так. Там шматы были? Там где? Куда я упал? Конечно. Да это ты погоди, это у нас сейчас Серега еще придет, он в среду 150 росков, 200 росков обещался при этом там сжаться. То есть у нас не выстрелили, а Серега веселый. Сейчас не имеет смысла, ты уже уставший. А так, ты видел видео? Точно, чтобы своими глазами вы видел? Мне 47-я тренировка, если я не ошибаюсь. Да, вы мне показывали. А там еще вроде она вся двухчасовая вышла. Давай, у вас щиты, вам повезло. Атакуй, Артем, нету страха, вперед. Давай, втроем, что ли? Два.
Давай. Такие раньше, да, как бились? А резко пошелезли, не пора. И перезагружания-то не было, а новых жизней не было. Все было вот так сразу. Не напрямую, так от ран потом. Начинайте сами, ребят. Давай, пробуйте. С двумя давай, Артем, пробуй. Я же тебе пример показал, как с двумя. Давай, вот так пробуй. Помогаешь, со щитом идешь. Бабайки, вперед. Первый прикрывает. Второй, да. О, передали. Мастера. Вадим, встаем, пожалуйста. Давай, просчитайте вариант, конечно. Давай. Поранил, да? Да я еще злее стал. Еще поранил. Раз, два. Вот они, бойцы. Не боятся. Давай, как будто у тебя этот самурай в катана с двумя руками, давай попробуй. 10, 15. Макс, говорю. Ловите! Казака! Шоу, да, будет? Ну давай. И самому интересно, только не забудь, если сам себя не поранил. Поехали? Аккуратно. Стой. Комбо. Два.
Все, собираем парни. Палки, ну, на место Жень, положи, пожалуйста. Артем, снаряды на место, да? Дима, Дима, где снаряды? Где они лежали? Где они лежали? У Артема возьми, вон там в уголке они. У Артема возьми, я отнесу в уголок. Дим, помоги Артему, что ты тут подливаешь? 19:53. Вот, уже время, да, потихонечку одеваемся. Собираемся. Все напольные с собой берут. Как? Все напольные с собой. Нет, все, я понял. Ты Артем сказал? Не дали. Все эти нюансы, я, ну, мне сообщали, что вы забираете, потому что Артем Станиславович в курсе был. А что это в твоем музее где-то? Сейчас, а ты с ним на звонках, ну, вы берете вообще, или с вами берете? ВКонтакте. Или ВКонтакте общаетесь. Ты ему напиши, он там что-то возьмет сейчас ночью, вечером. Ты ему просто напиши, скажи, да? А? Я говорю, у меня интернет нет. Вот вопросы все. Какой? Легкий это какой? Такой. Обычный рейс. Ну да. Давай. Блин. Я ничего не могу сделать. Хотя, могу. Обычный такой? Ну да. Без всяких приколюх. Я на двойной хотела. Какой двойной? Это снаряды все на место положили? Да. Я не знаю, что он там делал. Знаешь, это курки такой идут на кушоне. Для тренировок. Ну, мягкий, как поленцы. Будем тоже крутить, мотать, чтобы. Да, да, да. Чтобы потом можно было тяжелым, таким потяжелее. Это не ударяться. Чтобы... Ну и приколюх, мы раньше играли здесь в игры. Типа это семечки были, две команды. Эти две семечки должны были. Как бы как русский мяч, только вот они такой. Типа посел. Вот. Можно ее руку в нее засунуть. Две руки в нее засунуть, кого-нибудь колотить. Да, только за эти штанины держать надо, чтобы она не залезла, да. Например, там Иван защищается, или ты вот, ну, как будто подушки, это можно, как будто удары всякие такие. Ну, много, да, много. А это всего лишь две подушки рваные старые, смотанные, даже не сшитые, а смотанные, скотч и все. Он не берет трубку. Напишите, Иван, а вы в интернете, вы с Артем общаетесь? Нет. Напиши ему. Да не общайтесь с ним. Ну, напиши, скажи, что стой, ты тогда, ты попроси у Ивана телефон, напиши. Просто у меня в интернете нету. Что я напишу сейчас? Скажи, можно параллельцы взять? Он завтра принесет. Нет, ты от своего лица. Не что Иван от своего, а ты от своего лица напиши. Максим, это правильнее. Ты от своего лица скажи. Я хочу. А? Почему не хочешь? Ты же берешь друзья, а почему он? Я говорю, я так и хочу. А, ну напиши от своего лица, скажи. Артем Станиславович, это я, Максим Сергеевич, беру брусья. Ну и что, как это называется? Сейчас фигня. Как? Вот эти деревянные карты, брусья. Это, да. Брусья, наверное, так и называются, да? Подставочки. Да нет. Ну вот, да, наверное, деревянные стойки. Нет, сейчас здесь нет. Все, вас встретили, Дима? Артем? Был, да, это. Там же все, до свидания. До среды, да? Артем, вон Захаров. Артем. Вещи не забывай, да? Он же Захаров, да, он же Краснощеков, он же Захаров. Все правильно. Он же лысый, он же бородатый, он же усталый, он же бодрый. У него много позывных. Он же копченый. Он же соленый, он же жареный, пареный. Копченый, а ты? Да, ну нет, я шучу, конечно. Меня просто дядя копченого называют. А, ну, бывает. Я парнягу одного узнавал. Он чуть в бане не сгорел, его тоже потом начали копченым называть. А как его зовут? Ну, это не смешно ни разу. Ну, это... До свидания. До свидания, Паша его зовут. Нет, Паша. Угу. Это не смешно, но вот иногда бывает так, люди... Ну, смотри как, если, например, воспринял в шутку, да, само событие, сделал выводы, то хорошо, то, может быть, это как напоминание. А если, конечно, там что-то, какие-то увечья остались, то это не весело ни разу. Ну, у нас мир вообще достаточно жестокий.
поэтому здесь шутки бывают смешные, но чернушные, ниже пояса, типа того. Черный юмор. Как? Черный юмор. Ну или черный юмор, да, или там еще бывает, можно и сюда же и сарказм аккуратненько привнести, смотря какие оттенки всего этого. А так лучше вообще шутить аккуратнее, потому что у каждого свое мировосприятие. Для кого-то смешно будет, для кого-то очень обидно, неприятно. Я знал в свое время, случай был, тип один издалека вернулся, ну а молодежь на современном языке к нему обратилась, ну как-то назвали его там по-модному, там типа чувак или еще что-нибудь, но ему послышалось некорректное что-то обращение. Он сходил, да, вернее, пошел в магазине, да, и возле магазина было дело. Он с магаза, в магазин пошел, все дела сделал, пришел домой, взял нож, вернулся с ножом. И вот как вот были люди, он через них с этим ножом прошел. Никто не хотел признаваться, кто его и так назвал. Ему пришлось нескольких человек заставить признаться. Вроде тоже, да, как бы не весело, но это называется, надо за базаром следить. Неизвестно, кто окажется в собеседниках, какой гражданин, из какого образа жизни. Поэтому, да. Поэтому, например, мы когда с кем-то, если общаемся, всегда стараемся разговаривать так, чтобы понятно было. Понятно, терминология ясная, чтобы была, чтобы ни у кого не было инакомыслия или там множество видов, кто что сказал. Так что вот так. Для кого-то сквернословие могут сказать, да ты, ну, обращение к кому-то там, ты, блядь, скажи, пожалуйста, сколько сейчас время, а другой скажет, а почему ты ко мне так обращаешься? Почему ты меня назвал вот этим, ну, словом? А другой скажет, для связки слов, а другой скажет, почему ты такую связку слов употребляешь? Вот, вариантов очень много. Че, до завтра, парни? Да. Максим, у тебя завтра как настрой? Боевой? Да? Почему? 9 марта же должно быть. Да, в школу. Вам какой класс? 9 остался? У тебя 7, да? Ему 9, у меня 8. 8. А почему завтра в школу, а не сегодня? А, выходной же все-таки. Да. Сам спросил, сам ответил. Артем в сеть не заходит. Ну, он прочитает, это же ты же ему отправил, молодец. Когда по-честному все, когда, ну, как доклад по факту произведен, то и тебе спокойнее, и мне спокойнее, и всем проще. Тогда помнишь, что там, петли же искали, да, твои, которые забрали это на соревнования, ребята сделали, ну, тоже, видишь, как. А мы отрабатывали. Искали, да, петли. Страховочные. Че, вот центре, да, хороший дорогой. Только марков нет. Ну, конечно, нет.
песочек, чтобы не ударяться. Да, и там турник широкий. Ну, короче, классно. А в центре же, где полетел такой, площадка хорошая. Нет. Нет? Такая же, она под цвет такая. Прилагасили. Да. Наш. Нет. Там на открытии были, там этот. Ну, а все позвал. А Москва, опять. Как? На турнике русские. Узкий имеешь в виду... Грех. Ширина. Толщина железа? Ширина. Ширина? Да. А зачем вам широкий камень нужны? Ну, на широком приятнее заниматься. Да? Удобно. На широком у тебя меньше шанс, а что-то ударится. Ну, опять, видите, такая штука. Если искать для себя все время такой вариант поудобнее, пооблегченнее, то... Вы же слышали такие вещи, что иногда люди добивают результатов, когда очень-очень тяжелая ситуация у них в жизни. И вообще, надо привыкать ко всему, почему? Потому что если ты приходишь когда в салонке, ты придешь вообще в другое место, и у тебя это не будет. Да. Это я вам даже, помните, говорю про музыку. Мы хотим под музыку делать. Ну не будет музыки, или будет другая. Что, вы расстроитесь, что ли? Так? Я просто почему про это, про центровой спросил. Вы туда иногда тоже приезжаем, там, ну, летом. Да вот то, что иногда ездили. Да весело вообще на улице заниматься. В руки. Да конечно, пойдем. Все, до завтра, до свидания. Всем здравия. Всех женщин с 8 марта понравится. Вот такие вот тренировочные тренировки. Всем до свидания, всех с праздником весны.